Рабочие повредили водопровод при прокладке силового кабеля в микрорайоне Парковый. В итоге из-за аварии пришлось отключить воду в нескольких домах и двух детских садиках. Для жителей, которые нуждаются в воде, был организован подвоз. Судя по фото, у машины сразу образовалась огромная очередь из местных жителей. У нас в семье 4 человека. Ни вечером приготовить ужин, ни утром завтрак. Не говоря о том, что необходимо умываться, да и естественные нужды справить. Спустя несколько часов коммунальщики заявили, что устранили повреждения и начали наполнение системы водовода. На перебои с водопроводом пожаловались и жители Миньяра. Даже такой напор воды – редкость, как утверждают местные. По их словам, вода в трубах часто замерзает.